Всем привет. Вот собаки в полном боевом составе. Хорошо, что я их не бужу. Сегодня 29 октября 2022 года. 8 утра, Славянск. Так что свет, вода есть, не выключали, хорошо. Ночью примерно в 12:30 раза три что-то так бабахнуло. В чатах люди пишут, что это или отлеты, или ПВО, ну, может, да, похоже. Хотя такая зерная волна по крыше легенькая прошла. Но буквально минуту спустя две так бабахнуло что-то сильно. И такой уже явный прилет, потому что звук такого бабаха, он так раскатисто продолжился именно такими шумом падающих обломков или обрушений, или сыпящейся земли. И сразу же через пару секунд по дому такая волна взрывная прошла. Прямо аж хрустнуло мне что-то в окнах или в крыше. Сейчас буду осматривать. Ну, во всех районах, я обычно читаю это в чатах. Оно можно понять, люди пишут. В каком-то районе стекла посыпали, сейчас нет. Пишут и ЖД громко, и Артема громко, и все. И все слышали, весь город слышал. Но где какой район, ничего не понятно. Поэтому подождем еще немножко. Сейчас, скорее всего, расскажут, что произошло. Будем надеяться, что без жертв. На улице тепло. Градусов 7 обещано по прогнозу. Не пойду к радостнику. Замерз так под утро. Чича гуляла буквально час назад. Так что я после ее прогулки даже не успел заснуть. Но всем все равно было темно записывать ролик, так что дождался 8. Поэтому всем хорошего дня. Будем ждать новостей. И до вечера.